Сегодня на YouTube-канале Albatross Сантехника мы распаковываем коллектор SD Forte польского производства из нержавеющей стали. Давайте откроем и посмотрим, что же внутри. Под крышкой мы видим руководство пользователя, черным по белому, с картинками, со схемами, наглядно, понятно, без вопросов. Дальше под уплотнительной крышкой мы видим заводскую упаковку, и так как это упаковано, все на своих местах. И давайте теперь по элементам пройдемся. Для начала это прокладки и быстрый монтаж. Далее это пластины для фиксации коллектора к стене. Заглушка 1,2 дюймовая наружная резьба с уплотнительными прокладками. Автоматический воздухоотводчик для того, чтобы стравливать воздух в систему в автоматическом режиме. Таким образом он выглядит, тоже с уплотнительным кольцом. Дальше антивибрационные проставки и болтовые соединения. Сами монтажные пластины для фиксации коллектора на стене выглядят очень уверенно и надежно. Две штуки в комплекте. Таким образом. Дальше. Коллектор обратки имеет такую конструкцию, где с правой стороны мы видим кран Маевского ручной, сливную группу внизу, накидную гайку для удобства подключения, дюймовая внутренняя резьба, и с правой стороны отверстие под заглушку. Коллектор подачи с расходомерами имеет обратный клапан под воздухоотводчик, автоматически сливную группу и ту же самую накидную гайку. Теперь давайте попробуем установить на обратный клапан автоматический воздухоотводчик. Все просто, без упаковки, на уплотнительных прокладках вкрутили и все. В отверстие сбоку мы вкручиваем заглушку, также элементарно и просто, потому что не требует упаковки, на прокладке. Закручиваем и откладываем в сторону. Таким образом. На обратку заглушка фиксируется таким же образом. На этом, наверное, все. Понравилось, было полезно. Ставьте лайки.